Всем привет! Вот и наступают долгожданные праздники. Новый год, Рождество, мы их так ждали, наконец-то они здесь. В это время года лично я очень люблю делать подарки моим друзьям, близким, родным, мне это приносит огромное удовольствие. Надеюсь, вам тоже. Если у вас есть друзья-музыканты, то это видео для вас, потому что здесь я собрал список из 10 вещей, которыми вы можете порадовать своих музыкальных друзей. Начинаем от самых бюджетных до тех, что подороже. Итак, номер один. Акустические подставки под мониторы. Подставки могут быть сделаны из разных материалов, но самое главное, они выполняют свою функцию. Если вы обратитесь в любой магазин, то консультанты подскажут, какие размеры под какие мониторы вам лучше всего подойдут. Точнее, не вам, а вашему другу-музыканту. Поехали дальше. Номер два. Подарить плагины. Музыканты очень любят плагины, им всегда недостаточно. У них синдром вот этого приобретения, поэтому вы можете смело дарить ему любой плагин. Например, от компании Waves или FabFilter, или не знаю что, ну спросите у него. Это на самом деле очень хороший способ прикрыть денежный подарок, потому что, ну да, сейчас многие люди просто дарят конверт с деньгами, конверт с деньгами. Очень приятно будет, если вы подарите своему другу конверт с деньгами, но оформите его так, что вот, я дарю тебе плагин от компании Waves, какой-нибудь там Abbey Road Vinyl, например, и он его с удовольствием купит. Можно все это красиво оформить, разрисовать. Блин, если бы я получил такой подарок на $29.99, я был бы очень-очень доволен. Третье место. Я думаю, меня сейчас поймут многие женщины или мужчины, которые делали подарки женщинам. Все мы покупали сертификаты в Золотое Яблоко. Так вот, вы можете купить сертификат в любые музыкальные магазины. Сертификат в DJ Store, сертификат в Musторг и прочие. Вы просто заходите на сайт, смотрите, есть ли у них сертификаты в продаже, покупаете на любую сумму, которая вас устраивает, и уже этот человек сам идет в это условное Золотое Яблоко для музыкантов и покупает или добавляет что-то и покупает то, что ему всегда хотелось. А музыкантам всегда что-то хочется. На четвертом месте подарки для тех друзей, у которых есть вот такие замечательные сэмплеры. AK MPC Live, Live 2, One X, неважно. Они, в общем-то, все примерно одинаковые. Что можно с этим сделать? Можно подарить вот такие вот кастомные нобы, крутилочки. Можно подарить скины. Я укажу ссылку на Pavel X Powers в описании. Это очень такой бюджетный, приятный и долговечный подарок. Очень советую. Пятое место в нашем рейтинге — это Deck Saver. Что такое Deck Saver? Это такая небольшая пластиковая крышечка, которой вы накрываете свое любимое оборудование. Ну, точнее, опять же, не вы, а ваш друг-музыкант. Они стоят недорого, но они защищают вашу продукцию от попадания пыли, влаги и так далее и тому подобное. Очень удобная вещь. Например, продаются дексеверы на Apollo, на Akai, на различные MIDI-контроллеры. Это стоит достаточно разумных денег и спасет оборудование вашего друга. На шестом месте, конечно же, наушники, потому что куда мы без них? Любому музыканту приятно получить наушники, даже если у него есть уже какая-то пара. Вторые могут быть лучше или могут быть дополнительными, если он берет их в путешествие или записывает ник своего друга. Я вам советую покупать наушники от проверенных фирм, такие как AKG, Аудиотехника и Beyer Dynamic. Ориентируйтесь, опять же, на ваш бюджет. На седьмом месте в рейтинге наших подарков это вот такие MIDI-контроллеры. Если у вас друг музыкант, битмейкер, ему обязательно нужен такой MIDI-контроллер с пэдами или без пэдов, неважно. Эти вещи могут выглядеть по-разному, но они обязательно нужны вашему другу, битмейкеру, музыканту. Посмотрите, рекомендую Akai, Native Instruments, что там еще, M-Audio. В общем-то, когда вы зайдете на музыкальные сайты, вы всегда найдете что-то по вашему бюджету. На восьмом месте просто топовый подарок для любого музыканта или человека, который занимается контентом. Это съемный внешний SSD-диск. Он может быть на 500 гигабайт, у меня на терабайт, потому что я снимаю видео в 4К. Это незаменимый подарок, потому что для музыканта очень важно бэкапить, хранить сэмплы и так далее, тому подобное. Вот я вас уверяю, спросите вашего друга-музыканта, нужна ли ему такая вещь. Он скажет да, даже если у него уже две таких, все равно ему понадобится третья, потому что контент очень много весит, сэмплы, видео, вот это вот все. Вы можете подарить жесткий диск. Чем отличается жесткий диск от SSD, я думаю, вы знаете. Ну, в двух словах, вот это уже немножко старая вещь, медленно работает, вот это очень современная вещь, очень быстро работает, во много раз быстрее, чем жесткий диск. Здесь у нас крутится диск с информацией, здесь у нас, по сути, огромная-огромная флешка. Надежнее, быстрее и так далее и тому подобное. Поэтому либо жесткий диск, но скорее для хранения сэмплов и бэкапа информации,
А вообще в идеале SSD съемный диск, например, Samsung советую. Для всего, например, монтаж видео в 4К. Очень незаменимая вещь. Девятое, предпоследнее место в нашем рейтинге подарков — это акустический экран для микрофона. Что это такое? Если ваш музыкант, понятное дело, не работает в топовой студии, а записывается дома, и если он записывается, поет или играет на гитаре, то, скорее всего, ему не помешает акустический экран. Он не дает распространяться эху, и когда он записывает свой голос в микрофон, его волны, которые исходят от него, не отражаются от всех стен, а этот акустический экран помогает их поймать. В принципе, любой акустический экран вашему другу-музыканту очень понравится. И на последнем, 10-м месте по списку, но не по значению, звуковые карты. Звуковая карта — это просто шикарный подарок для вашего друга. Есть карты, например, Focusrite или, не этот интерфейс, а тоже Volt, но, например, Volt 1, который стоит 11-12 тысяч рублей. Это очень достойные звуковые интерфейсы. По сегодняшним временам дешевле 10 тысяч покупать интерфейсы, конечно, уже, я думаю, не стоит. Там уже какой-то прям голимый Китай. Вот такой топ-10 подарков, которые вы можете подарить вашему другу-музыканту, вашей подруге-музыканту. Неважно. Главное, дарите подарки, будьте счастливы. Всех с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Давайте постараемся сделать так, чтобы следующий год стал для всех нас с вами умопомрачительным, незабываемым, и чтобы он принес нам только огромные положительные эмоции. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и до новых встреч. Пока!